Вот Байкова, вот Курдюмов, муж Байковой. И вот она опознала свою грушу, эту самую, сварог, да. Единственный из культурных сортов, который вообще никогда не замерзал, не подмерзал, не пропускал ни единого урожая. Ну, градация только такая. Чем моложе дерево, тем оно слаще. Вот я такой снимок нашел. Вот тут она самая сладкая. А дальше это я собираю, да, вот. Но хотите честно, я никогда с дерева не беру. У меня же телевидение, это от 3 до 5 телеканалов каждый год. А я же еще к тому же это самое. Ну, короче, они у них заранее не приезжают, у них готовый сценарий. Вот. Вот берете ведро, Валерий Константинович, и делаете вид, что снимаете. Я любой плод всегда только собираю на земле. Вот. А вот это то самое 10 ведер перегнулось к соседям. А это только где-то примерно третья часть или четвертая всего дерева. Вот этого. А нет, это уже другое. Это там, это уже самое, это маточное, а там еще помоложе есть. Вот. И у меня получилось как? Я еще привил, и у меня молодежь самая сладкая. А вот эти, это беда, это вот этот урожай остановить, я говорю, для Сибири. Она, ее кушать можно, но у нее маленький есть привкус нехороший. Так, у взрослых, у сумасшедшего урожая дерева, невозможно, чтобы вот такое количество, у меня есть еще море фотографий, там вообще ужас, а не деревья, то есть, это самое, у меня их несколько, там вообще ужас, а не урожай. Но я выбрал -то какую, просто, чтобы видели, что если это одна ветка, то вы представляете, что там творится на той стороне. Вот. И получилось так, невозможно обеспечить сахаром вот это вот чудо. И у меня, вы видели, неудобно повторять, у меня под этими деревьями осталось гнить десятки ведер. Не потому, что есть нельзя. Ну, столько семян не надо. Вот. Значит, просто она настолько изобильна, вот, что если бы я сам это не вырос, я просто не поверил бы. Ежегодно урожай. Вот это создалось чудо для этого, для Сибири. Почему? В Красноярске средняя зимняя температура на 1-1,5 градуса ниже. В Новосибирске на 1,5. А ведь это не шутки. Один показал, ну что, градус туда, градус туда. Нет. Это не шутки. И вот именно из культурных она самая, не самая сладкая. А дальше у меня начинается целая плеяда груш с абсолютным вкусом. Когда, знаете, говорят, 5 баллов это идеально, ну, то есть максимальное количество сахара, ну, то есть это, а вот 4 уже хорошо, 4,5. По 5-бальной системе. Я уверен, что десяток, навскидку, все 5-бальные. Сахару невероятно. Пусть урожай, конечно, вот это сварог уступает. Но сварог не виноват. Не виноват. У меня есть еще фотографии. Я не подумал, надо было еще моложе. Чисто сладкие, сочные, еще крупней. Но получить более крупное, до 300 грамм, до 400. Но получить более крупное при таком урожае еще невозможно. Это просто бедствие. Галина Николаевна, вы сотворили чудо. Вы сотворили настоящее чудо. Я сам не это. Уже перестал внимание обращать, перестали их собирать, гниет, гниет каждый год. Один раз еще, когда вот это дерево было молодое, приехали эти шушенцы, да продайте груши, а вас слава ходит. Ну, где взять? Веду, говорю, дайте, вы не будете собирать. Попробовали. Тут же это для меня, знаете, еще лет 8 назад, да, вот когда, ну, может, 6 лет, нет, 7 лет назад, сняли с этого дерева, они собрали. Я тогда разрешал трясти деревья. Вот, деньги нужны были. А это 12 ведер по 200 рублей. Так. 2400. Это было скромно. Это. Первый, последний раз я продавал урожай со своего этого. На острове продавал, но там меня быстро ребята прикончили. Вот. А это самое, с помощью поджога. А здесь-то, слава богу, и вот этот пример такой, что ну, взять, допустим, таких груш где-то вырастить штук 100. Да? Вот. Потом одна беда, куда девать эти груши? Вот что. Ну, здесь у нас, конечно, мы немножко зажравшись, но в Красноярске, это самое, Красноярск, ну, все вот эти, вдоль Транссиба, сами знаете, Канск, Ачинск там, это вплоть до этого самого, до Новосибирска, Кемера, все это пошло бы в лед.
А у меня есть семечки этих груш. Много, несколько тысяч наковырял. Вот. Но что вырастет семечко, я не знаю. Понимаете, в чем дело идет? А черенки, ну, нарезал сколько-то. А у меня покупают черенки все остальные сладкие груши. А сорока не покупают. А потому что я говорю, ребята, ну, там есть легкое это. Вот. А все знают, что железо это грушевый сад. Кстати, чтобы знали, такого же уровня сад по качеству у Чернобаева и у Латинкова. Все, ребята, на этом круг закончился. Все крупные питомники вам предъявят фотографии одной, двух, трех груш крупным планом. Там будет название. Половина, я сразу знаю, они несъедобные. Половина. Вторая половина я просто не пробовал. Может быть, они правда сладкие, как пишет рекламным этим прайд-листе, да? Может быть. Но проверять не хочу. Достаточно иметь Латинкова, Чернобаева, Железова. Черенки лежат, особо брать никто не старается. Вот. Некоторое оживление связано с тем, что вырастили подвое мои. Абрикосовые, вот, грушевые. Ну, грушевый подвой – это уссурийская груша. Вы же должны понимать. Покажу вам ее. Так, ну, в общем, понятно. Вот это запомните. Я вам еще покажу крупный план и объясню, почему нельзя вот то делать, что это. Еще раз говорю, это телевидение. У них свои планы, Железов должен держать полное ведро груш. Точка. Вот, иначе мы уедем. Так, ну ладно, с этим разобрались. А я все еще начинаю. А, ну, чтобы лишний раз упомянуть этого самого выдающегося садовода Латинкова Юрия Алексеевича, пожалуйста, это его груша. Называется Ника. Вот. Я не могу, сами понимаете. Алексеевич, извини. Сколько уделил, несколько секунд, все, идем дальше, потому что я должен рассказать о много сортов. Вот это Лада. Она была привита в крону трехлетнего груши нарядной фирмы. Просто, ну, дали ветку, я не знал, что это чудо. Дали ветку, привил, вот такая получилась. Проходит год, опять она же, видели? Ветка стала больше, груша стала больше. Ну, казалось бы, чудо из чудес. Уже, ну, куда чудеснее-то? А это нарядная Ефима. Четвертый год тоже не плодоносила. Наконец, третий год она дала такой же урожай. Так, а я, мой принцип, ой, да чего мне интересно, дружить и дискутировать с Латинковым, вот, может быть, это самое. Короче, я беру веточки с молодых деревьев. Я начал брать ветки с... Вот они, красавцы, с нарядной Ефимова, с подвойного дерева. Она нарядная на уссурийке, привита. А Лада, вот это все та же ветка. Она 3 года так урожай давала. Вот она, да? Это все та же ветка. Она, значит, на 4-й год умерла. Она и должна была умереть. Тот, кто думает, что это чуть ли не... Я возьму, поверну и сделаю из нее колновидку. Хотите? А? Нет? Не хотите? Ну, пожалуйста. Что нам стоит дом построить? Вот, то есть им нарисовать. Нарисуем, будем жить. Вот они рисуют. Так вот, значит, на 6-й год нарядный фирма начала давать. Убедился, что я себя не обманул, людей не обманул. Черенки брал, начиная с 3-го года. Все, сейчас я вам покажу, что получилось. Вот. Нарядную. Я потерял 3 года на скалетной прививке. Друзья, хотите иметь сад? Повторяю, который раз. Это касается и груш. В том числе и особенно груш. Только у земли. Только молодые, эти, одно, двух, ну максимум 3-летние сеянцы. Все. И у вас пошло, вот видите справа, это опять Лада. Вот она, видите, вот она была такая. Стала такая. Это нормальный урожай, нормальное распределение. Никаких этих самых формировок. Если бы даже было вот так, все равно бы не формировал. Даже если погибло дерево. Мой принцип. Не подходи к дереву, пообрубай руки. Вот. Не у дерева, а у вас. Так вот, это уже нормально. Вот так и выглядит молодое дерево. Потом проходит время. Что вы видите? Вот. Растет дерево. Ну, еще раз говорю, это не предельный урожай. Бывало и 5 раз больше. Хорошего это мало. Посмотрите потом. Вот. Но еще одно дерево покажу. Вот здесь вот видите разные сорта. У меня таких 2 дерева сада, докажем по 5 сортов. Так,
Смотрим дальше. Вы как бы ходите по моему саду, а так как вам ходить больше не по чем, вы в академию ближайшую, пожалуйста, и скажите, покажите нам сад, поводите нас, может, мы у вас даже саженцы купим. Ну, только если не привиты, как я учил. Вот, вот еще. Здорово. Вот видите, вот эта мраморная груша. Красоты необыкновенная. Ладно. А вот это то, что Роман Исаев, отчество я, к сожалению, забыл, вот тот самый, который был ученым и который куда-то делся, скорее всего, от нищей зарплаты. Я видел, как он прививает. Если не считать, что прививка для меня убогая, халтурная, прививка почкой. Ну, то есть, выпускает готовые калеки, обреченные на короткую жизнь. Ну, нет у них выхода. Вот смотрите, я для чего вот это фото показываю. У нас идет учеба, ура! Смотрим. Итак, значит, да, он меня поправил. Это, мол, память Яковлева. Это никакая не таврическая. Ладно, ему виднее. Вот. Тут-то редкий случай, когда с учеными не спорю. Смотрите, если сейчас оборвать грушу, а она уже спелая, вот, я жду, когда она упадет. И вот это место, где она отвалится, оно мгновенно, оно уже готово к отпадыванию. Там идет процесс заживления, еще когда она не отпала. Но когда она отпала, там уже нет раны. Она быстро-быстро затягивается воскообразным веществом и зарастает. И тогда только вот эта почка плодовая, эта плодовая веточка, вот у нас же учеба, вот она. А здесь, смотрите, это еще не конец, смотрите. Здесь листья, те самые листья, которые вы ненавидите, господа эти, учителя. Вот, не к ночи вас будут вспомнят. Вот, это листья. А вот здесь уже конкретно этот лист отвечает за эту почку, он ее растит, он ее кормит. Вот фотосинтез идет оттуда, от корней идут питательные вещества, а ветки, на которых нет ни одного плода, кормят корни, которые корни сюда подают питание. Ну, что вам еще надо-то? Ну, вот со школы надо начинать, чтобы улить. Ну, ладно. И вот, если вы возьмете сейчас, грубо обломите, вы можете постараться переломить вот тут. Но тогда груша храниться не будет, правильно? Тут будет рано. Так, грубо, по 90 градусов, хрям. Ладно. Вы просто тянете за эту, за ветку. Вы или обламываете. Вам иногда хочется, чтобы она и полежала. Что тогда надо, чтобы лежала? Чтобы она была недоспелая. Чтобы потом в процессе лёжки, пусть она не самая вкусная, раз не поспела, но в процессе лёжки кислота будет срабатываться, и это, сахар будет добавляться. Уже прямо дозревать будет за счет внутренних резервов. Вот. Казалось бы, все нормально, но вот эта ранка, она быстро сгниет. Ага, тут нельзя. Тут оторвешь, что случается? Впереди зима, вы единственный, кто об этом знает, кроме меня, потому что я всегда удивляюсь, почему столько вещей не знает никто. Вот, поэтому мы придумали. Знаете, что есть две, оказывается, срока? Первый срок называется потребительский, правильно, дозреет до конца. А второй срок называется хранительный, так я уж грубо, чтобы понятно было. То есть на хранение. Тогда надо ее отрывать. Оторвали тут, живая рана, она не собиралась еще отпаливаться. Она могла бы еще месяц, не день, неделю пробыть. И через эту рану, а она-то ближе вот сюда, вот. И вот эта почка зимой погибнет. Все. Страшная рана размером, диаметром вот эту вот. Даже больше. Вы обратите внимание, когда-нибудь ради интереса отломайте. Хотя лучше этого не делать, поверить на слово. Она больше этого диаметра. Мороз сюда проникает, погибла вся. Не вся. Нет, ведь не, наоборот не так. Теперь уже вся. Почему? Вот еще пройдет. Вот это на следующий год будет. А вот это еще через... А вон там еще листик, видите? А, нет, не так. А, вот этот ее кормит. Вот здесь за пазухой вот этого листика тоже появится почка годом позже. А того еще может быть. 3-4 года – это предел. Это к тому, чтобы вы не верили вот этим вот самым мошенникам. Куда она делась-то, их рисунок-то этот. Заметьте, я не оговорился, я сказал рисунок. Нет в природе ни одного. Нам рассказывают сказки, что вот это все 15 лет будет плодоносить. Но это чтобы деньги вас отнять. А любая... Это самая плодушка. А новых-то нет, это же колонна, она без веток. Новых-то не будет, значит, новых образовываться не будет. Через 2-3 года это, допустим, чудо. Не в горшке, а, допустим, ну, есть такое дело. Работают специалисты где-то частичным успехом. Я смотрю, крупнейший институт, да?
Я смотрю фотографии. О чудо! Двухметровая колонна без единой ветки боковой. Яблонь, чудо, ну, вырастили. Ну почему она вся цветет? Ну почему же вы осенью-то не сфотографировали с плодами? Почему крупнейший уральский питомник ходит его, это самое, там, директор или хозяйка ли, вот, рядом с колоннами, так, двухметровыми, веток там хватает, она сама пишет, что без боковых веток не обходит, рассказывает. С таким увлечением рассказывает, все прекрасно, ветки боковые, там до полуметра, все, ну куда деться от них, понятно. Сама правду говорит, что верхушечные почки отмерзают, поэтому появляются боковые. Все правильно, кроме одного. Съемка осенью, целый сад, ни одного яблочка. Колонна, да, густые эти, между почками расстояние мизерное. Настоящие коловидные яблони, ни одного яблока. Я вот этого не понимаю. И мне такое впечатление, что я один, а просмотров там десятки тысяч. Мне такое впечатление, что я один это самое спросил, то есть догадался, а яблоки где? Ради чего их покупать-то надо у вас? Ну что, понятное дело, что это самое, попросил приятеля, говорю, разберитесь там, у вас время больше, любознательнее меня. Кончилось тем, что ну, ответ вначале никакой, а потом хозяйка вернется, ответит, до сих пор она возвращается, видимо, может уже это самое и не вернется, вот, или вернулась и молчит, а что ей сказать-то? И вот получается 2-3 года, и здесь все будет пусто, пусто, тут, пусто, тут, пусто, тут. Веток замещения нет, плодоношение переходит на следующие ветки. И не боритесь вы с этими ветками, на которых переходит замещение. Дури с дури, когда учат это, обрезать боковые ветки. Самые крутые садоводы учатся обрезать. А иначе им не доказать, что это колонна. Вот. И это коснулось груш. Вот они. Все зависит от площади этих листьев. Все, не верьте. Один такой урожай, после него будет дерево или мертво, если бы это было правдой. Или пустое. Это 100%. Если живо, то пустое. Так, ладно. Полюбовались мы на ладу. Вот. Вот дерево сад справа. Так, про это мы уже поговорили, про вот это вот, обязательно, это очень важно. Оно касается груш, почему? Вот смотрите, я всегда хвалился и хвастаюсь до сих пор, потому что у меня абрикосы не знают, что такое, не я, а абрикосы сами, что такое грибковая болезнь. Ни единого пятнышка за все годы, это при том, что это грибок считает его главным лютым врагом. Я говорю, не грибок, кстати, а мертвечина, которая живет в грибок. Не умертвяйте абрикосы, не делайте на нем раны. Не учите как-то Платонова, вот, и прочие авторы. Вот, ладно.